Свое название выставка получила благодаря яркой работе Владимира Истомина «Дорога к дому». На холсте художник изобразил собачью упряжку, а вдали сверкающий огнями родной поселок. Владимир Алексеевич почти 30 лет работал на Чукотке, и наряду с темой Урала в его творчестве появились северные мотивы второй родины. Где бы они ни были, они везут эти работы домой, к нам, в Тагил. У них родина, наша родина Тагил. И сегодня они в залах нашего музея. Художники путешествуют, пишут с натуры то, что вызывает особый восторг. Валерий Кузнецов писал Карпаты, Львов, но большую часть его творчества занимает приполярный Урал. Это очень красивые, суровые места, очень сложные люди, тоже красивые, с тяжелой жизнью. И вот это мне хотелось показать. Это меня как бы восторг такой вызывает. Каждый из художников, чьи работы представлены на выставке, пишет свою дорогу к дому. У каждого свой почерк и темперамент, но и объединяет их немало. Помимо того, что в мастерской они соседи, все работают в реалистическом направлении. Сейчас же много всяких измов, абстракционизмов всяких. А мы с такой старой закваски реалистической школы, социалистический реализм, как раньше называли. Нас уже не переучишь, не переделаешь. И мы есть, так и останемся. Я думаю, что эта выставка станет своеобразным подарком тагильчанам накануне празднования Дня города. И в то же время это очень хороший подарок Тагильскому музею-заповеднику. Ольга Максимович, Константин Панюхин, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.